Всем привет! Всем привет! Сегодня мы открываем в первый раз Лего. Мы будем открывать. Дима очень просил купить эту игрушку ему, и мы с ним откроем сейчас. Лего соберем. Дима уже пробовал собирать Лего. Но сегодня это первая купленная нами игрушка Лего. Это Лего Сити. Пожарная машина. Здесь у нас пожарный тушит огонь. И вот такая машинка. Давайте откроем, посмотрим. Это у нас костюм. Машина, а это у нас пожарный. А это у нас инструкция для сборки. Как нужно собрать? Вот такая машинка. Ну что, друзья, давайте собирать. Давайте. Открываем детальки. Давай. Так, вот мы одеваем каску человечку. Давай найдем огнетушитель в этой куче запчастей. Вот мы собрали человечка пожарного. Давай дальше. Вот, видишь, как на картинке получилось? Ага. И теперь наш пожарный подходит. И вот сюда вот он может нажать. Теперь мы собираем машину. Вот это все детали от машины. Давай это пока в сторонку поставим. А это все соберем. Ну давай, продолжаем. Опять есть капот. Капот. Сейчас мы дойдем до капота и посмотрим, куда его поставить. Вот смотри, у нас уже более-менее что-то получается похожее на автомобиль. Это очень увлекательно собирать Лего. Вот уже какая машинка становится. Когда мигалки будут. Пожарная машина будет ехать, мигать, всех оповещать о том, что летят на пожар. Быстро-быстро. Надо вставить колесо. Вставляешь? Ну и теперь мы вставляем наши колеса. Дима. Давай. Что-то давай, я тебе покажу. Смотри. Вот так нажимаем и вставляем. Смотри. Четыре колеса получилось. Это болгарка, похоже, чтобы пожарный мог где-то проем разрубить, если что-то где-то на пожаре случилось. Подожди, а вот эти детали куда у нас остались? Это запасное стекло, запасная штучка для огнетушителя. Скорее всего, стеклянную детальку положили, потому что она часто ломается. Фонарик тоже запасной, но мы можем его куда-нибудь поставить. А человечка мы сейчас посадим на машину. На пожарную машину, и все, и он отправится у нас на пожар. Что-то вот это забыли. Нет, а это пускай будет, пока мы ему... А, подожди, вот сюда можно... Вот он возьмет с собой огнетушитель и поедет тушить пожар. Нет, надо ему вот это. А вот эту запасную детальку мы можем... Вот это. Куда? Снизу куда-нибудь приклеить, вот так. Вот это. Куда? Мы с тобой молодцы, мы собрали Лего. Смотри. Не собрали. Что осталось? Ну давай мы это с собой тоже куда-нибудь приделаем. Мы приехали тушить пожар. Да как так? Каска вывалилась. Как же, почему мы потеряли каску? Ветер был сильный. Пожар. Да, я буду пожаром. Я горю. Не тушите меня. Ой, разгорелся пожар. Мы пожарные крутые. Всем спасибо за просмотр. Так, давайте, подписка, пока. Пока-пока.
А мы будем вскоре еще собирать лего. Увидимся, друзья. Пока!